Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно сохранить подушку в первоначальном виде, как вы ее купили. Обычно у всех людей происходит так, что мы покупаем подушку, потом она у нас пачкается, мы ее стираем, появляются в подушке колтуны, и подушку приходится выкидывать. У кого-то 3-4 месяца, у кого-то полгода, кто насколько терпит. Мы уже пользуемся этими подушками очень давно, и смотрите, в каком они виде, да? Никаких колтунов нету, подушка такая вот как новенькая, как будто бы мы ее только сейчас купили. Я подумала, если шьют на матраснике, почему бы не сделать такую же наволочку, как на матрасник. В общем, смотрите, друзья, я купила вот такую вот ткань, она называется мулитон. Внутри она прорезиненная, а сверху она как полотенце, как будто бы. Вот, ставила я сюда замочек, вы можете кого-то попросить, чтобы вам шили, можете шить сами. И вот смотрите, я одела вот эту наволочку, которую я сшила. Сшила я их по две штуки на подушку, чтобы менять. И теперь влага не проходит на подушку, не проходит под. Подушка остается вот в таком вот чистом первоначальном виде. Она мягкая, она комфортная. Я думаю, этот лайфхак всем хозяйкам пригодится, не только хозяйкам, это придумала я сама, возможно, это где-то есть, но я нигде этого не видела. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарий, был ли мой совет вам полезен. На этом у меня все, всем пока-пока!